till I can't no more. I got the horses in the back. Всем привет, дорогие зрители моего YouTube канала. С вами снова я, Кодик. И сейчас я буду смотреть свои старые видео и есть сухарики с зубочисткой. Так, сейчас я звук прибавлю. Просто у меня колонок нет. У меня бюджета не хватило на эти съемки. Только на сухарики хватило и на молоко. Вот. Ха-ха, вот это да, вот это юмор. Ой, мне нравится. Так. Сука. Да блять. Смотрите, каких сухарей для видео наготовил. У этих сухарей очень интересная история. Сначала я их засунул в микроволновку, а потом, короче, я чуть квартиру не сжег, и вот теперь у меня зато и есть сухари. Конечно, я остался без кухни после этого, но зато у меня есть сухарики, ребята. Я могу вам сказать, что это прогресс. Если вы хотите кулинарный влог, то поставьте лайк. А сейчас я отведу эти сухарики. Умеешь готовить? Заебись. Вот она, ребята, жизнь ютубера. Сижу в роскошных своих хоромах, смотрю свое видео. И, конечно же, ем сухари с зубочисткой. Где? Где зубочистка, бля? О, фу, слава богу. Ну что, ребята? Мне нравится данная затея. Все благодаря вам, ребята. Я вам очень благодарен. Если бы не вы, у меня не было всего вот этого, что у меня есть. У меня даже вот кошка есть, вон там друзья сидят. Ну что, ребята? А также, кстати, ребята, я вам советую посетить вот этот вот YouTube канал. Сейчас я на него зайду. Ссылка на него будет в описании и в конце видео. Вот, смотрите. Тут вот челик катаклизм проходит, вот. Чего? Сосун флексит под Seven Nation Army. Я нашел секретную сральню в Макдаке. Очень страшное видео. Ну, короче, неоднозначный контент. Я думаю, вам понравится любое из его видео. Вот тут даже влоги у него есть. Он обучалки снимает, как правильно срать через рот. Я надеюсь... Ой, даже не надеюсь, а знаю, что вам этот контент понравится. Поэтому переходите, ребята. Я думаю, вам очень понравится. Ну, а на этом, я думаю, стоит заканчивать мой влог. Сейчас я съем последний свой сухарик, который вы увидите в этом видео. Блять, не могу взять его. Ну что, ребята, за ваше здоровье и за мое очко. Отлично. Всем до свидания.